Добрый день, дорогие друзья! Как приятно всех вас видеть здесь в таком количестве. И смотрите, как природа благоволит к этому мероприятию. Ведь заливало, дожди были, какие бури! И мы все очень волновались. Как бы нам вас защитить, какие бы тенты выхлопотать, чтобы было вам как-то хорошо и уютно. Но Господь Бог милостив, Он послал нам сегодня прекрасную погоду. Ура! Значит, наше дело правое. Знаете, друзья, и очень приятно смотреть на ваши лица, на ваши внимательные глаза. И так хочется поговорить, потому что мы все разрозненные. И знаете, сейчас Анатолий Ветров очень любил Загорянку. Он посвятил Загорянке очень много стихов. И сейчас Загорянка стала многонациональным. Таким поселком, как, впрочем, и вся Россия, и многие другие страны. И знаете, что мне... Вот смотрю я на так называемые, как их сейчас называют, национальные меньшинства, и завидую, знаете, чему? Завидую их сплоченности. Завидую тому, что они умеют дружить, умеют поддерживать друг друга. И больно бывает, когда мы, русские, бываем разрозненными. И кому-то, я вам скажу, не буду даже до имен опускаться, но кому-то поперек горла, как кость в горле, наше это мероприятие. Но скажите, разве плохо, что у загорянцев появился еще один праздник в этой далеко не легкой жизни? Ну разве плохо таким вот днем собраться всем вместе? Здесь и вода, и прохлада, и вы с добрыми, хорошими лицами, с улыбками, и все уже привыкли, и все ждут этого праздника. Смотрите, сколько исполнителей звонят. А можно мы выступим? А можно мы выступим? Давайте мы, русские люди, объединимся вот этим добром и будем собираться. Уже и стихи не будут Анатолия Ветрова, но это повод нам всем собраться. И вспомнят его добрым словом. И не раз, потому что он дал нам этот замечательный повод собраться всем вместе и поддерживать друг друга. Он очень любил Загорянку. И писал, я слышу вздохи, ах, Загранка, в восторге он Нью-Йорк, Париж, а мне нужна лишь Загорянка, покой знакомых сельских крыш. Еще да, в Загорянке я живу, средь тишины берез и сосен, не променяю на Москву покоя сказочную осень. О, Загорянка, дачный рай, ты лучшая строка поэта. То соловьиный звонкий май, то Клязьмы свежий знойным летом. Здесь отдыхал Никулин сам, в кругу веселых анекдотов загорянских милых дам. К чертям столичные заботы, здесь легендарный Влад Третьяк, неторопливый дачный житель, да, Загорянка, как коньяк, души и тела освежитель, воды колодезный глоток я принимаю с позаранку. Да здравствует наш городок, страсть, амазонка, Загорянка! Спасибо вам, загорянцы, за ваше вот так вы дружно все вместе приходите и полюбили нас. А еще давайте я прочту молитву Анатолия Ветрова. Россия возвращается к Христу. Придавленная гнетом атеизма, неслась она волчицей в темноту, и сталинскую кость в бараках грызла. Россия возвращается к Христу. К Христу,
к священной Библии, к иконам, души живой восторженным поклоном, к религии бесценному холсту. Россия возвращается к Христу. Души ее святое вознесение несет покой и мир, и чистоту. От злобы и вражды несет спасение. Россия возвращается к Христу. Как век нервной суеты спешит к закату, не замечая мира красоту, добру предпочитая власти злата, Россия возвращается к Христу. Что возвращение к истине дороже? В утерянную нами доброту верни своих детей заблудших, Боже! Спасибо!